Samsung Ego. Замена полифонического модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung Ego». Отщелкиваем разъем дисплея и разъем клавиатуры. Поддеваем системную плату и переворачиваем ее. Отсоединяем кнопку камеры и системную плату. Отсоединяем разъем полифонического модуля и снимаем полифонический модуль. На полифоническом модуле находится полифон и вибромотор. Новый полифонический модуль прикладываем к системной плате и защелкиваем разъем на плате. Затем устанавливаем системную плату на среднюю часть и фиксируем ее. Далее защелкиваем разъем дисплея, клавиатуры, вспышку и устанавливаем на место кнопку камеры. Все, полифонический модуль заменен.